всех сердечно поздравляем! Сегодня праздник! Всемирный день мытья рук. Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки – это личное дело человека, и каждый решает его в пользу своей чистоплотности и воспитанности. Но с другой стороны, как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Грязные руки – это смертельная опасность. До 80% всех известных инфекций передаются при прямом контакте с зараженным объектом. И столь простая гигиеническая процедура, как обычное мытье рук, спасает тысячи жизней ежедневно. В России этот день пока не столь широко распространен. Тем не менее, услышав об этом празднике, родителям будет не лишнее еще раз рассказать своим детям, почему так важно мыть руки. Мы же сегодня в нашей занимательно-статистической программе займемся наведением чистоты вообще. Не только вымоем с мылом руки, но и чистыми руками помоем посуду. И даже попросим кого-нибудь вынести мусор. Участников нашего интернет-опроса мы попросили ответить, когда вы моете посуду. 39% опрошенных моют посуду сразу после еды. 34% хозяек ответили так: если не устала, сразу, если устала, позже. 8% моют посуду, когда будет настроение. Еще 8% – когда в раковине не останется места. 3% помогут вымыть посуду, когда их настоятельно попросят. А 2% признались – моют посуду, когда жена обидится. Некоторые авторы других ответов не моют посуду никогда. У кого-то этим занимается посудомоечная машина. Когда мама заставит или когда сама захочу. Если кружку из-под чая считать посудой, то сразу после чаепития. Кто-то моет посуду перед следующей едой, а кто-то так считает: мыть посуду – это женское, мне мужского хватает. Наше отношение к чистоте и порядку во многом определяет знак зодиака, так утверждают астрологи. Проверим это на примере такой простой ежедневной бытовой процедуры, как вынос мусора. Предлагаем вашему вниманию наш мусороликвидирующий гороскоп. Столкнувшись с проблемой мусора, Овен поднимет все вверх дном в рамках великой и ужасной генеральной уборки. А после довольный Овен в чистейшем доме случайно найдет в углу затерявшегося. А если он все же есть? Весы как чемпионы по молниеносному наведению порядка в один миг ликвидируют.
помогают, будут драить до блеска. На нашем сайте в интернете появился очередной, на этот раз съедобный опрос, и мы приглашаем вас поделиться своим мнением. Желаем всем удачи и до встречи!